Еще 300. Может быть, даже еще 10... Не, 10 круток будем завтра делать, чтобы крутить ивентовый баннер. Да, чтобы крутить уже ивентовый, а не классический. Самодельная вселенная, поехали. А вдруг Вельт показывает себя на хайлеве? Да по-любому хороший перс. Типа, нет плохих персонажей. Есть кривые руки и неправильное их и неправильное использование этих персонажей. Смотрим. Режим испытаний. А, я не смогу Вельта в режим испытаний запихнуть, потому что в испытании же сохранены персонажи, которыми мы ходили там. Ладно. Испытания будут обновлены, когда закончится текущий период. Завершите их, чтобы получить облигации Герты. Текущий уровень вмешательства 2, 15 уровень. Здесь будут зеленый, физуха и фиолетовый. Фиолетового у меня нет, это ваш босс, да? Я это хер пройду. Получить 2500 очков за каждого автоматона гончую или автоматона жука, побежденных в бою, не более 10 тысяч. За каждого лютоволка, побежденного в бою, персонаж 5 очков. После победы над персонажем дополнительно 20 тысяч. Мне очки уменьшаются на 5 за каждое использование управляемого взрыва вспомогательным роботом-манипулятором. Значит, попытаемся им не дать управляемый взрыв. Ну, файл сохранения вот этот, начать испытание. Так, сейчас, минуту. Блин, ну ладно, нет, потом. Сварог. Ну так, пати. Две физухи, то есть это Натаха и Тиана. Наташе в идеале поменять пушку. Проблема в том, что не факт, что я смогу ее сейчас качнуть. Мне, наверное, не хватит. Я же руду уже всю потратил. У меня всего две. Разве что двадцатку сливать. Или вот эти всякие. Но я не очень хочу это делать. Не, ну повторок много, но... Не, давайте пока оставим ей пятую пробуду прокачанной пушки, да, сейчас. Вот это вот, наложить. Что нам повышает коэффициент восстановления энергии владельца, повышает эффект исцеления сверхспособности. Ну, балдежно же. А, стоп, пусто, почему? А, потому что я конус поставил новый, вот это вот. Не, во, мгновенное восстановление энергии в начале битвы. Стоп, а если битва будет бесконечная, значит, эта пушка здесь бесполезна? Наверное, не знаю. Так, что еще с зеленого чела? Март или Герта? Я не знаю. Март, наверное. Сменить за Вельта забрать. Вельта забрать. Кру-кру за что? Ну, лучше щиты, на самом деле. Все, поехали, да? Усиление раз. Так, ну и как это происходит? Сразу уешим. Шапка на землю, да, без. И сюда бы как раз зашел Герт, потому что, видите, здесь этот самый мнимый урон нужен. О, бой. Так, считуем кого? Себя, наверное. Добить себя кровотоком. Не умер, жалко. Барьер еще изнул. А, ну вот тебя заморозочка в ответ. Блин, робот, который хилит. Фак. Что не все атаки.
Блин, энергии нет. Все сдохли. Вроде как завтра в 12 до окончания бетки добавят направленный прыжок с двумя легами. Зелье и Цинь-Юань. Все это можно глянуть прямо в игре, уведомления о событиях. Ну я понял, хорошо, спасибо. Так, давай тебя, короче, бить ультой. Че я по роботам бью? Да, хиллер вместе с четвёрком. Не, ну хиллер нужен, надо было все-таки брать этого. Так, тебя можно встанить. Чем обычная атака? Видите. Может, на автобое попробуем? В автобой. Мне интересно, как он тут справится. Еще ульту хила, небось, юзнет. Хотя не, пока не жмет вроде. Могу справиться, но я посмотрю просто, мне интересно. Но пока что больно, да. Дважды подряд ультануло. Как? Так, ладно, стоп, автобой отключить, троечку бахнуть, потому что надо, пора. Смысл автобоя? Смысл в том, что это мобильная игра. В первую очередь. Давайте об этом. Хорошо добили роботов. Тебя подстанить. Экстренная поддержка, ясно. Лучше по нему прям таргет на сейчас ударить. Давай тебя. Роботы так-то неприятные. И сколько тут таких битв будет? Пока не умру, да? Говорил вроде. Можно мобов агрить. Таунты должны быть. Три битвы, три этапа босса, все понял. Читать бы его на самом деле, ну. Так. Короче, надо босса добивать. А сейчас здесь урон неплохой пошел, такой прям. Щитов у тебя нету. Давай тобой щиты изнем. На кого, на хиллера? Ешечка, хорошо. Может ультануть? На этой школы хватит вроде. Попробуйте вот сейчас, наверное, улететь уже. Ай. Да, сильно продамажили. Как же не хватает курю-курю. На самом деле, да, в такой ситуации, когда так много врагов. Она, и каждый раз он их спамит и спамит и спамит. Куру-куру бы отлично помогала чисто. Чисто тем, что урона бы добавляла. Ну.
Каждый босс суперсамонер, возможно. Почти добили. Блин, хилят. Почти добили, блин, стоять. Давай. Мне кажется, надо вот этим ударом. Он больно бьет, да. О, фаз 2, тактическая поддержка. Челики вылезли. Надеюсь, они уязвимы ко льду какому-нибудь. Хорошо. Так, не убивай мне ГГшку. Стой. Таргеты туда. Да, они ко льду уязвимы. Это хорошо. Для нас. Так, сейчас лучше на самом деле обычным ударом. Живи, пожалуйста. Вроде эту таргетят. Умирают все. Ой, стой! Не смей умирать. Хорошо, живем. Да, хилачит маловато. Считуемся. Да еще и этот помирает. Надо на тахой хилы раскидывать, если есть эти. Да, есть. Что произошло? У нас чела ваншотнуло. Все, зеленого дамага нету. Натаха почти мертвая. На ней... Сколько? 13 кровотечений? Я понял. Что ж, недокач для босса, судя по всему. Да, однозначно недокач. Кадмия, отвратительная шутка. Ну что ж, бой проигран. Оставшись хп 18 тысяч, плюс 18к, 62%, количество действий, 10 тысяч за побежденных боев, не более 10 тысяч очков, томатон лютоволка, я, видимо, их даже не видел. После победы 20 тысяч дополнительных. Заработать очки в режиме испытаний, облигации Герты. Ну, для меня, наверное, мне кажется, я достаточно заработал, да, очков. 12 периодических поручений в смодулированной бездне. Хорошо. Пуска корней. Капец там примусов. Повсюду. Завтра еще насыпет. Телефон. Достижение. Если я правильно помню, мне надо открыть магазин и открыть магазин Герты. О! Смотрите, я могу купить персонажа, я могу купить Сушан или Орлана, я могу купить одну крутку за косарик, что, наверное, лучше, чем Сушан или Орлан, не знаю, наверное. Опыт, сундук с реликвиями. Ты кто? Мне бы их урон узнать, на самом деле, они могут в теории пригодиться. Тебе на обе хватает. То есть и на крутку, и на персонажа. Кстати, блеск почти на одну крутку тоже накопился. Но это уже завтра на особый звездный пропуск будет. Посмотри в ГЧ. Двуручник? Да, двуручник. Это не так работает. Здесь это работает вот таким образом. Ты открываешь, смотришь. Сушан. Прикольная девочка, как будто из Льюя. Охота физухой бьет. Физуха, нет, спасибо. Орлан. О, бьет фиолетовым уроном. Разрушение. Электричеством. То, чего нам, в принципе, не хватает для того же прохождения бездны. Внезапно, вместо красивой девочки Сушан, нам, наверное, придется брать Орлана. Ну ничего страшного, мы потом еще заработаем и ее тоже, скорее всего, выкупим. Да?
Звездный пропуск. Подтвердить. И в бездне дадут электросервал. Электросервал. Это кто? Подожди, сервал четырехзвездка? Wait a second. Мы же сегодня смотрели ее трейлер, выглядела явно как пятизвездочная. Стоп. Где-то вот здесь ивенты. Наташу дают. Рождение личности для получения завершите. Послеоперационный разговор. Кстати, да, Наташа на 17-м. Это, видимо, мне дадут оружие, которое я выбил. Эй. Да за что? Ну почему я выбил Натаху, которая гарантом идет любовь всем игрокам? И фиолетовое оружие для нее, которое идет гарантом всем игрокам. Стример. Почему? Ну ладно, это бета. Это бета, ничего страшного. Да, выбил Барбару и ее пуху. Угу. Рождение личности, это что? Это сервал, да? Нет, это какое-то оружие. Не вижу, чтобы здесь что-то давали. Или где-то здесь написано в наградах. Периодические поручения. О, смотрите, кстати, вот это надо выполнить. Магазин Герты. Но это я пока что не буду покупать. Монетная гача-машина. Не вижу здесь сервал. Или это какой-то ивент. Когда ты бездну откроешь, там за третий этаж дадут сервал. Ты просто пока... А, это еще не бездна. То есть, все еще смоделированная вселенная — это не бездна. Это просто вот какой-то рогалик режим. Ясно. Ладно, ладно. Что ж. Попробовали пройти мощное испытание в смоделированной вселенной. Ну, силушки не хватило, но нормально, нормально. Сойдет. Все, да? Оставшиеся крутки завтра, когда откроется ивентовый баннер. Все, пора идти отдыхать. Время-то уже почти 12, засиделись. Смолы нормально, тратить не надо. Делики сделал там. Все, завтра еще сюжет побегаем чуть-чуть, сайд-квестики поделаем.